Наши земляки, проходящие службу на атомной подводной лодке «Орел», получат с родной земли походный иконостас. Чин его торжественного освящения совершил митрополит Орловский и Болховский Антоний. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Во имя Отца и Сына освящается Бога и Святого Духа. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Я хотел бы с этим поздравить всех участников вашего, всех моряков ваших, этого крейсера. И да, благословит Господь вас и умножит ваши силы служения и даст радость и помощь. И если трудные минуты будут, не забывайте этого, что вы под покровом святых угодников Божьих, которые здесь изображены. Традицию оборудовать такие переносные иконостасы в российской армии и на флоте возродили чуть более 10 лет назад. Эта святыня отправится на Североморский флот благодаря неравнодушному орловчанину Сергею Кузнецову. Часть средств также пожертвовали прихожане местных храмов. Я желаю нашим морякам-подводникам, чтобы этот иконостас помог им вынести лишение службы на Северном флоте, чтобы он усилил им силу духа, чтобы они всегда помнили, что мы православные русские люди. И в этом наша сила. Возможность помолиться перед таким иконостасом моряки-подводники получат в конце ноября. Сопровождать святыню до Северного флота будет Сергей Кузнецов. Юлия Сабельникова, Владимир Ноздрачев, телеканал «Первый областной».